Друзья, я приветствую вас в этой серии видеоуроков. Здесь мы поговорим об одном из лучших менеджеров задач на сегодняшний день, который называется Wunderlist. Если вы о нем никогда еще не слышали, то буквально пару слов расскажу, что это такое и почему я сам лично пользуюсь им уже много лет. И более того, мы всей командой им пользуемся, что еще больше усиливает эффект от работы с этой программой. Wunderlist — это менеджер задач, который позволяет вам хранить все свои дела в одном месте, и что самое главное, он использует облачные технологии, а это означает, что вы можете поставить данную программу на все свои устройства, например, на свой смартфон, на планшет, на ноутбук и на компьютер. И где бы вы ни добавляли или там не отмечали выполненными свои дела, у вас все это будет автоматически через облако синхронизироваться, и на всех устройствах у вас будет актуальная информация. То есть у вас пришла какая-то идея, вы ее с телефона забили, она у вас попала в Wunderlist. Вы пришли на работу, сели за компьютер, запустили там Wunderlist, вы видите эту задачу. И вот в этом самая главная фишка. Плюс есть командная работа, то есть вы можете создать совместный список с каким-то другим человеком, и все, что вы будете туда добавлять, он также будет видеть. Это возможность, которой я пользуюсь лично каждый день по много раз. У меня с каждым своим сотрудником есть такой список, и я, например, туда просто скидываю все поручения, все задачи, и человек их сразу видит, выполняет, отмечает, и ему удобно, и мне удобно. И что самое поразительное, все это дело бесплатно, стабильно, надежно и довольно шустро работает. Поэтому, я думаю, если вы им еще никогда не пользовались и только планируете начать пользоваться, вам этот менеджер очень понравится, а эта серия видеоуроков поможет вам с ним быстрее освоиться. В этом первом видео мы с вами установим Wunderlist на компьютер. В данном случае у меня компьютер под управлением операционной системы Windows 10. Но если у вас какая-то другая операционная система, то, в принципе, вы тоже сможете установить. Просто будет процесс установки немножко отличаться. Итак, первое, что нам с вами нужно сделать, это зайти на сайт wunderlist.com и нажать «Загрузить Wunderlist». Он автоматически определяет операционную систему, и в моем случае он мне выдал именно для Windows установщик. Если у вас другая операционная система, то вам предложат для вашей. Так, я нажимаю «Сохранить на рабочий стол». Так, у меня программа успешно скачалась, и вот такой у нее установщик. Запускаете этот установщик. Запускаем. Соглашаемся с условиями, и у нас начинается установка. Так, программа успешно установилась, и у нас появляется вот такой ярлычок. Сам установщик можно уже смело удалять. И теперь остается только запустить эту программу и увидеть ее главное окно. Вот. Но перед этим, конечно, нам нужно создать учетную запись в этой системе, потому что раз эта программа работает через облачные технологии, у нас должна быть обязательно учетная запись, к которой привязывается наш аккаунт. Нажимаем «Создать запись», вписываем сюда свое имя, e-mail, придумываем пароль и нажимаем «Создать запись». Все, программа у меня запустилась под моей учетной записью. На этом мы здесь остановимся, а в следующем видео начнем знакомство с программой.